актриса. Сергей Богодаев, актер. Никита Салагалов, актер. Александра Шичина, актриса. Вот это детское жюри, по всей видимости, более чем строго. Такой большой зал здесь собрался. И хотим, чтобы вы с удовольствием провели эту неделю. И все у вас было хорошо и в жизни, и на сцене, где бы вы только не были. Спасибо большое. Мне кажется, Владиславу нужно предоставить слово. Культурно рассказать о том, что будет здесь происходить. Не потому, что я председатель, у нас нет председателя. У нас главных нет. И два заслуженных артиста я, к сожалению, не принадлежу. Ну, вот пока, да, пока. Дорогие мои, мы вас заранее всех любим. Вот мы просто почувствовали, что мы вас всех любим. Мало того, пока зная лично. Любим Киномарка Григорьевича за то, что он устроил нам такую фантастическую комбинацию. Сочи, солнце, море, дети. Когда мы еще это получим? Я не знаю. Наверное. Короче говоря, мы запаслись, мы вам обещаем, что мы будем абсолютно честными. Мы просим вас сконцентрироваться. Вы нам очень нужны. Очень нужны сегодня, потому что на эстраде, в кино, кое-где дяди и тети некоторые страшно халтурят. Не все. Нет, присутствующих не говорю, но некоторые халтурят. То есть, понимаете, вы нужны не вот как сказали только что, через 10-15 лет, через 20 дней, вы сейчас нужны. Нужны профессиональные люди. Мы приехали сюда только для того, чтобы помочь вам определить, кто среди вас самый профессиональный профессионал. Все, немножко похулиганим и начнем ловить прямо сейчас. Всем удачи! Всем первого места! Спасибо огромное! С новыми знакомствами и творческими идеями. А еще это море, Сочи. Ну и, конечно же, новые друзья, которые привезли с собой на фестиваль много танцев, кинофильмов, песен. И мы приглашаем на эту сцену образцовый детский хор народной песни «Млада»